На этом месте еще несколько дней назад стоял белоэтажный дом. Здесь жила большая семья из 9 человек. Теперь здесь пепелище, кругом обгорелые балки и предметы мебели, которые так и не удалось вытащить из огня. Семья Караглы вмиг осталась без крыши над головой. Пожар, который произошел 29 ноября, уничтожил все имущество семьи. Я там сзади был. Я когда почувствовал в комнате, я думал, что это дети еще. Я думал, что пойду поругаю. Когда открыл дверь, уже все, варианта не было. Потом сзади я побежал, стекло поломал. Хотел перепрыгнуть, стекло открывает, там тоже уже все время. В момент начала пожара дома находился только глава семьи Руслан. По его словам, он занимался хозяйственными делами. И то, что загорелся дом, увидел слишком поздно. Все его попытки войти вовнутрь и потушить очаг возгорания были тщетны. Благо, дети в этот момент находились на улице. И несчастного случая удалось избежать, говорит он. Дети хорошо ушли, они туда. А она пошла давление проверять супругу. Сейчас на данный момент где находятся дети? Один у брата, а другие в совхозе. Жена? Жена со мной, вот сюда до брата ходим. Отцовский дом, уже там тоже у них. Пламя в течение нескольких минут захватило весь дом. Справиться с огнем пытались собравшиеся родственники и соседи. Но сил оказалось недостаточно. И даже подоспевшие пожарные не смогли быстро потушить огонь. По словам соседей, многодетной семье живется нелегко. Все они зарабатывают на жизнь тяжелым физическим трудом. Лишь недавно, собирая практически по копейке средства, они сделали небольшой ремонт. Поменяли крышу, обновили кухню, купили мебель в детские комнаты. Но пламя не пощадило ничего. Человек с детства, всю жизнь здесь прожил. Первого дня войны воевал, вояка хороший, дважды раненый. Видишь, что копил, копил копейки, как-то настроил этот дом, все, детей, все так нормально, все. В конце, в прошлом году я это сделал, ремонт, все, аккуратненько, все, и вот тебе сгорел. По заслугам он должен какие-то, хотя бы помощь. Хотя, если не финансами, хотя бы такой. Материальный какой-то что-то. В этот же день в селе Гуада сгорел дом Виктора Матуа. От большого красивого дома остались лишь обугленные стены. По словам членов семьи, проводка замкнула именно в тот момент, когда их не было дома. Жильцы, муж и жена теперь каждый вечер уезжают ночевать к своим детям, но каждый день приезжают, пытаясь собрать то, что осталось после пожара. Помогают и соседи. На углу оттуда началась вот эта очаг огня. Ну, все побежали, пришли, но туда уже дым вошел домой. Это в окнах там нельзя было заходить. Ничего нельзя было вообще оттуда выносить. И остались так без крова. Эти семьи, которые остались без крыши над головой, надеются на помощь государства. Построить дом самостоятельно без чьей-либо помощи у них нет возможности. Ну а пока решается их дальнейшая судьба, жильцам сгоревших домов приходится искать прибежище у соседей и родственников. Сарья Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение.